В Дагестане многие за меня его тоже будут болеть. Ну, конкретно в их бою болеть я буду сидеть, зритель, за Вову. Он мой друг. Я буду болеть за него. А кстати, когда Хабиб дрался с Конором, болели против Хабиба больше. Ну, многие в России болели за Конора. Да, за Конора болели. А в Дагестане болели за Конора? Конечно. Да. Ну, об этом не будут говорить. Я скажу свое мнение и сразу его аргументирую, потому что все знают, что я за Вову болею, не только в этом бою. Я сделал вывод, что Магомед Исмаилов — это боец трех раундов. Я считаю, что он функционально не готов драться больше трех раундов. Поэтому я думаю, что бой будет проходить по очень похожему на первый бой сценарий. И я думаю, что в этом бою, который сейчас будет, я думаю, что Минеев нокаутирует Магу в пятом раунде. В конец обессилевшего Магу. У Мага функционально будет не готов уже сопротивляться Вове в пятом раунде.